Здрасте. Что снимать? А для блога, для видео, да. А там же дорога вообще Акжарский скит, вот он. Акжарский обвал. Там туда. Ну, туда, да? Ну, получается, да. Да. Почему Акжарский называют? Не знаю. Там какой-то же Серафимович. Так, вот тут вот небольшой спуск. Мы идем в каменный замок сегодня. Это по пути до мужского монастыря. Да, да, да. Давайте, бабульки! Так, дорога тут такая с уклоном. Но, в принципе, нормально, можно пройти. Чё, вчерашнюю лестницу все вспомнили? Все вспомнили лестницы и спуски, вот эти все погалики. А я еще иду и вам говорю, что спускаться уже легче, чем подниматься. Ну что же, ребят, открывается видочек вот такой вот на каменный замок. Красивое строение очень. Кто-то постарался прям все это сделать. А, интересно, а моста туда нету, что ли? Чё-то я не вижу, как туда можно пройти. Кольцевое САИ какое-то. Пограничная зона. Пограничная зона с Киргизией, что ли, получается? Можно у вот этих спросить. Ого, тут размыло это все. Сель, да, была 100%. А они слышат, наверное? Здравствуйте!
А где находится мужской? Сейчас. Потому что вот этого я уже не помню. Вверх, влево, 1 час. Проходите, мадам. Родничок псикает еле-еле. А дождик-то пошел нормально. Да. Ребятки, мы чуть-чуть попали под дождь, но это нам не преграда. Все идем, как обычно, на позитиве, улыбаемся. Ребятки, вот мяту собираем по дорожке. Сегодня чаек вечером попьем. Так что вот такие тут местные растения, полезные для здоровья. Приходите чаще в горы, будете здоровы. Так, вот здесь надо как-то это аккуратно пройти. Вот тут с краю, девочки, с краю. И подъем вот сюда. Хоп. Хоп. А вот и малинка. Да, ну тут все дела. Кошки, да? Да. Она, кстати, тут вроде спелая. Эх, я вам. Давайте я вам. Подъем. Оставлю чуть-чуть. Ладно. О, малинка. Вот я вижу одну. И опять встали. Я говорю, втроем нам ходить с ограниченным временем. Нельзя. Должен быть какой-то кайфоломщик, который бы нас подгонял, которого мы дружно ненавидели, но мы шли быстрее. Круто.
Угу. Вот тут лесенка. Вот. Свято-Серафима, Феогоностовская, Аксайская мужская пустынь. Да, еле выговорил. Ну, место святое. Ястреб, что ли, там, да? Слышите? Да. Какая тут скамейка интересная, с таких деревьев выгнутых. Ну что, девочки, двигаемся дальше, вперед. Ох, тут камышек-то мокрый. Я в шортиках. Давай мы вперед пойдем. Да ладно, нормально. Я уже намок, если честно. Ноги шортами намокли. Тут так все мистически сделано, прям загадочно все так, да, как-то. Поручни такие деревянные. Мостик. Вот такой. Малинка. 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 А, суперская. Да, здесь повсюду малина. Какая красота. А это что такое у нас? Ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях, кто знает. Скорее всего, это из-под родника что-то похоже на родник, да? Скорее всего. По крайней мере, я так догадываюсь. А-а-а. Все, догадался, это родник. Так что, ребята... Можете не писать в комментариях. А поставьте лучше лайк. Это родник был? Да, это укрытие, да. Ну вот тут лавочки, стол и укрытие. А там под ним родник. Ну, скорее всего, когда... Когда-то. Да, когда-то он был. Либо если полноводие, он полный. А так он сейчас вообще там воды нет. Какая сказочная ель. Вековая. 15-11. Что-то мы вчера. Нам надо пораньше выйти. Поехали. А в 12, да? Сейчас позже выехали. Да. Зато мы спали.
Вот это да! Опа! У-ху! Какой замечательный трон! Я чувствую прям себя королем. Королем гор. Чё, король гор, как тебе? Отлично. Даже сходить не хочется с трона. А надо. Надо. Ну сейчас буду сходить. Опа. Оп. Всё. Ну что, ребята, давайте вперед. Лучше целый день потерять, потом за 5 минут долететь. Главное, хвост. Ну что, тут поступила информация. Говорят, то, что мы дошли уже. Да. До храма. Да. Вот, идем тогда. Смотрим. Место очень сказочное. Мне здесь очень нравится. Вокруг сосны, среди гор. И вот мы идем по ущелью. Много разнотравия. Воздух очень чистый. Дорога была очень, скажу замечательная. Мне все понравилось. А малинка какая была по дороге вкусная. Просто объедение. И вот мы подходим. Вот забор. Что у нас тут? Это, скорее всего, вход в монастырь. Да. Многие вот так ходят. Я перестала. А мы первый раз, когда пришли, прям тут оделись, юбки одели, косынки повязали. То есть заранее подготовились вы? Второй раз пришли так же все. Там смотри, никто не нет. Не проверяют. Все нормально. Ну все равно как бы. Культура есть культура, да. Но я надеюсь, меня Боженька не накажет за то, что я в шортах сегодня. Я честно не знал. Вот. Одевался по погоде. А дождь мне говорил, одень штаны. Да. Это был знак. Но я что-то не стал брать штаны. Поленился. Да ладно. Вчера они не пригодились и думал, сегодня тоже не пригодятся. Ну, видишь, сегодня тоже не пригодятся. Ну, по сути, да. Идем дальше. Как же тут красиво. Вот, смотрите, какой камень тут. Да, на нем высечен крест. Какие тут сосны вековые, а? Какой же здесь замечательный воздух, ребята. Смотрите, какие сосны здесь огромные. Обалдеть просто. Вы только гляньте их величество. Какое и высота. Они реально метров по 50, по 40. Тут что? Это тут туалет. Это для мусора. А вот со мной на монастырь. Боже, как тут красиво. Здесь даже есть умывальник. Как тут красиво. Красиво? Да. Вообще просто. Благодать, да? Да. Просто как памятник, могилка.
Когда мы здесь были, нам рассказывали, что это просто памятник, что они захоронены вообще в другом месте. Ага. Нельзя. Мне объектив не берет полностью эту ель сфотографировать. Только либо макушку, либо это. Это, скорее всего, купели. Пожалуйста, напишите в комментариях, прав ли я или нет. Да, скорее всего, это купели. Скорее всего, здесь стоял монастырь когда-то, но его снесло. Ой-ой-ой, какая красотища, ребят. Только посмотрите. Ого, вот это туалет, ребят. Я таких туалетов с видом, туалет с видом, я такой первый раз вижу, ребят. Таких туалетов еще никогда не видел. Вот это да. Ладно, покажу. Короче, садишься сюда. И что мы видим, ребятки? Вот это видон. Красота потрясающая. Вообще, у меня слов нет, одни эмоции. А мы этот домик не видели. Да, туда запрещено, там это закрыто. Там закрыто было. Угу. Да, круто.
чай с мятой. Который мы вчера набрали. Аккуратно, горячий. Нет, тёпленький уже. Тёплый, ну вот тут он. Не такой горячий, не держит, видимо. Если термос нагревается уже сам, он уже сколько держит. А вот здесь будет горячее. Я думала, стоит тоже, да? Айс-ти. Айс-ти холодный? Нормально пойдет. А тут у вас горячий. Да. Видите, пара нет. А это, наверное, для костров, да? Для казанов. Вкусно-вкусно. Я говорю, вот это, наверное, баня, да? Да, похоже. Труба там стоит. Для продуктов, принесенных с тых. Да, я не видела. Надо, я говорю, в следующий раз пойдем. Я такой, не портишься. Макароны. Оставить. Да, консервы. Потому что мы говорим, мы вот так спустились. Не, место уникальное, да, какое-то прям. Сказочное. Аж слов нету. Я аж концовку не мог записать сразу. Куча мыслей всяких. Вот это да. Вот это мы наткнулись. Вот наткнулись на кустик волшебный. Куда ни глянь, везде малинка. Красотища. Она еще такая сладкая. Попробуй. Пока он тут пустой. Давай вот так вот. Подержу. Твои руки тоже. Чтоб поучаствовали. Вы держите, а я вот так вот. Третью руку. А двумя быстрее, ты знаешь? Да. Ты у нас только двумя работаешь, мы-то по одной. Да, надо и правую, и левую использовать. Угу. По полной. Ну что же, ребятки, мы поднялись на эту гору, где находится монастырь. Посмотрели, здесь все хорошо, красиво. Скажу немного от себя, место умиротворенное, сказочное и даже немного мистическое. И здесь хочется остаться подольше и подумать о жизни. Но этот выпуск я завершаю. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и обязательно комментируйте. Всем удачи, ребят, до новых встреч. Пока-пока.